Телецкое озеро, второе по величине в России пресноводное водохранилище, второе по глубине также. Еще известно тем, что если что-то или кто-то утонул, не дай бог, то он не всплывает и не разлагается, потому что внизу очень холодно. Глубина доходит до 200, то и больше метров. Очень красиво, природа Алтая. Красота, энергетика. Замечательно все здесь. Ребята, приезжайте. Можно встретить с местами хороший качественный сервис. Поплавать, порыбачить, покупаться. Там много чего поделать. Потому что здесь очень хорошо. Всех милости просим. Отдыхать в Россию.